Всем привет, друзья! Вы на канале Мама на каком канале, наши друзья? Baby Go Show! Baby Go Show! Чего ты хочешь сказать? Другой канал. Какой? Baby Go. Ну, просто Baby Go сегодня. Ладно, друзья, сегодня у нас челлендж «Угадай, где мама, а где дочь». Погнали! Итак, фотография номер один. Так, значит, здесь... Ну, как сказать, значит, то, что я знаю даже кто это актриса Риз Уизерспун. Нет! Да. Да, да, дочка. Нет, Настя, нет. Да-да-да, значит, получается, что наверху нет. Она с распущенными волосами, Настя, а дочка такие с присобранными. Нет, а снизу, наоборот, Настя, она нет. В пятнистом ну, ладно, платье. Ну давай, одно очко маме. Диня, ты в маме мама команде один, или папе? Да? Да. Вау. Сложнее будет задачка. Не, наверное, здесь все-таки мама в синем платье. Да? Ё-моё, ну как ты так догадался? Да? Да. Мама в синем платье, дочка, которая почти монохромная такая. Ну ладно, блишка. Ну, нет, мне кажется, она была монохромой. Синим-белым, правильно, котенок, синим-белым. Молодец, правильно звучит. Давай не будем маме очко зачитывать, раз она не сказала синим-белым, да. Сказала синим. Синим. Нет, так нечестно. Нет, так, смотри, пап, синий и белый, полосочки. Точно, точно. Правильно, молодец. Котенок. Без правильного Денискиного замечания было бы неправильно. Так что да-да. Пока же 2-0. Тут две дочки и мама. 1-2-3. Точно. Так, ну, в серединке дочка, в черном дочка, мама последняя, которая осталась. Да! Ты не угадала. Угадала? Не угадала, мама в черном. Мама в черном? Да, присмотрись внимательно. 2-0. Мам не угадала третью фотографию. Не зря старался. Мне слишком много женщин. Вы не представляете, что это мне стоило найти такие сложные фотографии. Папа, это номер 4. Мне кажется, здесь все-таки мама, которая вот... Постарше выглядит, да? Ну да, которая в косичках полностью, это дочка. Ну да, зачитаем. Денюш, маме 3 очка зачитаем? Да. Ну да. И давай на закусочку. Наверное, все-таки мама в белой шапке. Да, мама здесь брюнетка. 4-0 пока что. В общем, папе надо все угадывать. 4-0. А если будет равный счет, мы с тобой еще по одной загадаем, да? Ну, хорошо. Давай. Ну что, смотрим первое фото от мамы? Удачи папе. Ну, мне кажется, мама должна быть за рулем. Папа думает, что мама за рулем? 8. Ну да. 10, 11, а вот и нет. Деня, мне теперь. Ты понимаешь, что мне теперь надо угадать всех, мам и дочек? Нет. Маме! Ну, папа уже папа не угадал первое фото. Мне ой, кажется, тут, мне кажется, очевидно. Где тут очевидно? Ну, хотя... Не узнаешь? Будет Даша делать, я сделала. Нет. А кто это? Будет туда, знаешь, кто это? Я не знаю, кто это, но мне кажется, дочь, которая... Будет встать. А как сказать, справа и слева? Та дочь, которая... Дочь это та, которая... Которая здесь больше. Которая как бы ближе к фотокамере. Которая не преклонилась. Которая не преклонилась. Дочь, это дочь? Да, правильно. Та-та-та-та-та-та-та-та! 4-1. Диня, расскажи мне мама, на фотографии. Может быть, сестры вообще? Может быть, мама меня обманывает? День. Да. Да? Нет. Чего? Не будем встать. Конечно. Ну так кто здесь мама, кто здесь дочка, День? Подскажи, вот, Пай. Это кто? Мама. Так, ну я доверюсь сыну. Мама, которая брюнетка, которая с более маленькой грудью. Нет. Дэн. Ну не надо было подставляться. Ну надо же было понять, что Денис в одной команде с мамой. Маме аж 54 года. Матерь Божья. Ну мама хорошо выглядит, надо дать ей должное. Да, четвертое фото смотрим. Папа, давай. Дерзай. Это еще сложнее, чем предыдущий. Это вроде крупные лица. Дэн, помоги папе, только давай нормально. Давай то, что ты скажешь, я скажу наоборот. Смотри на фото и скажи, кто мама, а кто... Я скажу наоборот. Кто мама? Во! Это мама? Да. Которая на переднем плане с большими губами, это дочь. А, да, правильно, это дочь, да. Да-да-да-да-да-да! Правильно! 4-2, Диня! Не-не-не! Но все равно папа уже не выиграет. Не, неправильно. День.
Ну ты чего? Неправильно. Ну конечно, тебе выгодно говорить неправильно. Ну засыпку давай, удачи. Мне кажется, дочь... Ой, мама это, которая сидит снизу. Нет. Конечно нет, Дэн. Ну что, пап, спи порой совсем. Да. Мне кажется, надо на считалочку. Эники-беники, ели вареники, эники-беники. Клёц, на палубу вышел пузатый матрос. Я попал на среднюю в глубине. Что? К нам это тебе повезло. Денис, ты слышал, считалочка помогла папе. Только-только но, считалочка. Но, правда, со счетом все равно 4-3. Мамы wins, папы lose. Друзья, если вам понравился троллик, ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите свои самые лучшие интересные комментарии, чтобы мы вам передали в дальнейшем привет. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока!